Экологический десант сегодня высадился на площади перед Домом культуры «Юбилейный». На акцию «Эколето» собрались ученики 10-й школы. Мероприятие поддержал ветеран Великой Отечественной войны Василий Карих. Он отметил, насколько важно сохранять мир и природу вокруг нас. Вместе со школьниками позже Василий Алексеевич возле Дома культуры высадил дерево, молодую яблоню. Потом будем все вместе есть вкусные яблони. Ну а дети в это время обустроили здесь же вот такую яркую клумбу в форме палитры с красками. Ее украсили десятки разных ярких цветов. Ведь цель – эколето. Не только сохранить, но и приумножить зеленое богатство курорта. К счастью, у нас очень много помощников, которые принимали участие в приобретении саженцев, которые пришли гостями. Это наши депутаты, это совет ветеранов. И сегодня конкретно это был, конечно, ТОС Донской. Кроме того, у нас в городе открывается, строится два новых парка. Поэтому дети примут участие в озеленении новых парков. Поэтому эко-лето будет самым интересным, запоминающимся для них. На всех 145 детских досуговых площадках, которые открылись в Сочи 1 июня, все три летних месяца будут проводить мероприятия с природоохранным содержанием. Так в городе решили поддержать год экологии. Дети будут высаживать самые разные растения, в том числе эвкалипты, которые когда-то помогли справиться городу с малярией и сегодня продолжают бороться с комарами. Например, на приклубной площадке Дома культуры Дагомыс появилась целая аллея из этих деревьев. Юные сочинцы высадили 12 полезных растений.